Так, у нас завершился конкурс на лучшее рабочее место с главным призом мультиметром Unity 136B. Нужно было сделать 4 простых действия: сделать фотографию рабочего места с распечатанным логотипом или открытым сайтом с HimNet в браузере ПК, опубликовать фотографию в альбоме группы ВК «Наши рабочие места», заполнить заявку на участие и быть подписчиком канала Паяльник ТВ. Мы определились с победителем, им стал Поливанов Иван Михайлович. Вот с таким вот рабочим местом. Всего поступило около 20 заявок, но, к сожалению, не все правильно поняли условия конкурса. К примеру, вот такие вот ссылочки публиковали. Ссылки на наше видео. Фотографии также не все. То есть нет логотипа сайта Паяльник, непонятно, или откуда-то он с сети взял, или его фото. Тоже неплохое место, но, к сожалению, нигде не показано ни логотипа сайта, номер 10 вообще непонятно, номер 11 тоже, фотография с Google картинок откуда-то. Все такие заявки не рассматривались. Так, на этом все, поздравляем победителя, скоро будет новый конкурс, ждите анонсов.